Оренбургских легкоатлетов не допустили в Бразилию. Они не будут участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Эту информацию сегодня подтвердили в региональном министерстве спорта и туризма. Ранее от Оренбуржья в составе российской сборной на Олимпиаду планировали поехать 14 спортсменов, но из-за решения Международного олимпийского комитета легкоатлеты не попадут на большие соревнования. Впрочем, шанс есть у паралимпийцев. Покорять бразильский Олимп готовятся трое оренбуржцев. Это пловец Павел Полтавцев и легкоатлеты Диас Избасаров и Александра Неделька. Последние уверенно прошли сложные отборы, выдержали огромную конкуренцию и заняли места в паралимпийской сборной России. Сейчас они находятся на сборах, идут заключительные тренировки. Впрочем, смогут ли спортсмены принять участие в Олимпиаде еще под вопросом, по-прежнему все зависит от решения Международного комитета. Но я думаю, что все-таки паралимпийцев они не тронут. Это настолько такая тема щекотливая. И потом люди, которые действительно основная цель в жизни у них – это добиться каких-то результатов в спорте. Но я думаю, что там не будет никаких санкций. Напомним, паралимпийские игры 2016 года пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.